Больше 2000 бутылок контрафактного алкоголя изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции. В ходе оперативной разработки правоохранители установили, что в торговом помещении по улице 24-й линии областного центра продают крепкие напитки с акцизными марками, вызывающими сомнения в подлинности. После того, как офицеры произвели контрольную закупку и зафиксировали факт продажи, помещение, где хранились виноводочные изделия, обыскали. Кроме бутылок с контрафактом, также были найдены 78 канистр со спиртом. Это более 1500 литров спиртосодержащей жидкости. Полицейские установили, что к реализации алкоголя с поддельными акцизами причастен 48-летний житель областного центра. Сейчас проводится исследование также и алкоголя изъятого, устанавливается и сумма причиненного ущерба. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант, то есть организатор продажи этой спиртосодержащей продукции, дал признательные показания.